целях сокращения количества ДТП с участием детей, а также снижения тяжести их последствий, в период с 21 декабря 2020 года по 10 января 2021 в Одинцовском округе проводится комплексный информационно-профилактический рейд «Зимние каникулы». Его главная цель – привить детям навыки безопасного поведения на дорогах. В преддверии новогодних праздников и школьных каникул госавтоинспекторы обращаются к родителям с просьбой стать положительным примером для своих чад, а также уделить повышенное внимание правилам перевозки маленьких пассажиров в автомобилях.